твою мать! Охуеть! Ну, она такая артистка, играет на этом, на пустом месте иногда. Но зато это же так здорово. Наверное. Нет, вам тяжело будет с ней? Я думаю, что да. Моего характера не пойдем. Угу. Ну, ясно. Наташа, чудесного вечера. Вы очень бодрая для него, я боюсь. Он вас не сможет. А может быть, и не нужно ему это. Вам нужно, наверное, такую поспокойнее девушку, да? Поуравновешеннее, Алексей? Да, мне кажется, более спокойно, потому что слишком энергично, мне кажется, еще... Thank you.
Вау. По нам-то не попало. Отдал, блядь. Ох ты, сука, ты драный.
я обосрался. Все, кайф, все. Стой, тормози. Тихо, тихо, аварийку включай. Аварийку включай. Выходи, пацаны. Давай езжай куда-нибудь отсюда. Я тебе место оставил, дурак! Я тебе говорю, он наебнется. Ай, блядь, какой-нибудь зацепит нахер по-любому же. Так выйдет на газон на этот. Какого хуя ты едешь вот там вот? Вот там вот, какого хуя ты лезешь там? Вон, блядь, уехал и едь там, ёпта, ты ездить не умеешь. Тут, короче, видеоролик показываем. Ну, также два ряда стоит, да. Самый умный, то, что по встречке хуярят, сам гоняют, где-нибудь перед светофором. Блядь, он опять заглох. Он пытался там что-то объехать. Вообще чудо еще то. О, блядь, блядь. Да.